привет, дорогие друзья, на связи Кастина, Юрчик, ребята, и сегодня вместе с Димкой мы поиграем в GTA 5 онлайн, где будем стараться улететь просто за пределы карты GTA 5 онлайн. Здорово, ребята. Это прыжки в высоту, ребята, здесь впереди нас ждет вот такой огромнейший столб, который уходит в небо, здесь аж 800, в общем-то, вот таких больших платформ разноцветных, и самое интересное, давненько мы не были на самом верху, хотя у нас очень много читов появилось, и они потенциально могут улететь намного выше. В общем-то, ребята, будем доставать тачки из рандома, из реальной жизни, разгоняться, прыгать вверх. Чем дальше улетаем, тем больше непосредственно, конечно же, мы себе машин имеем на спаун в следующем раунде. Так, у тебя какая-то бэха. Посмотрим, что у меня будет, ребята, сейчас в первом рандомном прыжке. Так, кривой, ладно, не считаем гелик. И в Рубикон пришел, в принципе, два внедорожника. Ну, такое себе. Ребятки, поставьте обязательно лайк, поддержите данную рубрику. Я знаю, что многим нравятся прыжки в высоту. Ну, а, кстати, если ты еще не залетел в телегу и, в общем-то, не залетел в чат, то исправляйся, я тебя жду, пообщаемся в игре. Ну, и, в общем-то, там можно в других играх поиграть вместе. Так, ну, давай пробовать. В общем-то, чиповка, ребята, 30%. Это... Давай полетели. Аналог, наверное, двух баллонов нитро по скорости, поэтому... Одно заменили, 300. Другое работает. А 484 тяжелый, думаю, будет Рубикон. 410 у меня. Хотя неплохо. Слушай, я улетел для такой машинки. 250, и ты даже не долетел до Рубикона. 240. Ха, приколы. Ну да, у меня скорость была на 70 ниже, вот поэтому да. Понимаю. Ну что ж, друзья, в жеребьевке я победил, поэтому на спаун 3 машинки будет у меня, у тебя 2. И давайте, ребята, смотреть, что попадется. Брахам. Ауди неинтересная. А, и вот это тоже считается, это патриот какой-то гребаный. Ты кто такой? Давай, 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 давай. Блин, 87 под капотом. Ёшкин кот. Придется брать Брахам, ребята. Типа прикольный, конечно же, суперкар такой. Но он, блин, у нас на самом деле слабенький под капотом. Да и вообще по всем характеристикам уступает машинам. Но может хотя бы здесь? 5 сотен разогнал, 450. 450 есть. Тоже 450 с вылетом, то есть всю скорость оставил. Слушай, ну неплохо прыгнул. 250 опять. У тебя где? 175 по итогу. О, а я еще, как говорится, его хайл, а он-то молодец, пацан, улетел так же, как и в первом раунде. Ха, интересы. Я бы даже сказал нежданчик. Так, тачка из форсажа. Бэха вроде как. Вот это вроде оно самое. Здравствуй, дорогой. Так, Зион, неинтересно. Так, у тебя Rocket Bunny. И Фиеста какая-то, или что типа того. Это такое. Так, я подвеску подниму. Это был Hyundai Veloster. Окей, я сейчас улечу очень хорошо, ребята. Это потенциально, возможно, экстра балл. Я информацию по этому поводу не говорил. Машина, которая за все раунды улетает выше всех, она дает экстра балл, который будет равняться машине, которая прыгнет хуже всех. Я очень хорошо улетел, ты там где? Рассказывай, показывай. 65. Че, издеваешься? Когда я решил поставить экстра балл, ты решил мне его засрать? 515, чтобы ты понимал. Это очень хорошо. Это побить будет максимально сложно. Но, тем не менее, ребята, погнали на следующий раунд. 65 плюсом сверху в конце серии будет. Но это обидненько, конечно. Ну что ж, пока в целом-то, конечно, хорошо все по машинам, ребята, сыпет. А крупногабарит мы здесь в этой рубрике не считаем, тупо не улетят. Мерс. У тебя аркашка какая-то была, да, вроде как? Да, Мерс. Так. И Порш. Порш, 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 Порш. Итак, ну, типа, Порш, Пейнемера, все дела. Это неплохо. Так, секунду. Кондёр отключу, а то что-то прям холодно стало. Пробуем, прыгаем. Давай. Разгоняться. Мажор на кондёре. Ну, там, где я живу, без кондёра прям никак вообще. Так. Ну, слушай, 560 — это очень хороший показатель. Я полетел. 600. О, ты получше будешь, да, ты полегче. О, значительно полегче, слушай, хорошо полетел. А 290 при этом у меня. Ты куда полетел, собрался? 390. Нифига себе, соточку в карман. Очень хороший прыжок, но до экстра балла, конечно, там еще лететь и лети. Так, ладненько, две машины только для меня. Мерседес. И преследуют меня сегодня эти гребаные вольсвагены, пыжики и прочая фигня. Поэтому да. Ну, такой себе. Неинтересный. Так, ну, Альфач, ты нахрена сел сзади-то? Ты вообще нормально, нет? Во. Взял, короче, вместо переднего сиденья водительского, сел назад. Так. Понимаю. Ну, не думаю, что будет прям сверхинтересно, хотя 500 разогнал. 150. О! Сквозь меня пролетел как-то.
Я видел. Так, 650 это дофига. Так, ну у меня хороший прыжок все равно, жаловаться не буду, 270. Мой новый экстрабал, 425. 425 не новый экстрабал, к счастью для моему. Мой новый экстрабал. Да, но твоя лучшая машина при этом. Неплохие два прыжка у тебя получились, что будет дальше, вопросы. Так, ну у меня вроде как ничего прям такого суперского нету. Ну хотя, возможно, пока вот это полетит. Так, старенькая Audi. Что будет еще у тебя? Давайте смотреть. Опача! Вот это новый экстрабал. Еще одна тачка может быть у тебя на спаун, если хочешь. Не буду. Смысл? А зря, потому что может упасть магнум. Так, ладно. В следующий раз упадет. Сколько? 650. Ну так же, но машина легкая. 484. Под капотом, конечно, 190 было, но это ни о чем не говорит. 500 пролетел. Да ладно. Это очень хорошая тачка, ребята. Это, походу, реально экстрабал. 580. 580. У меня, ребята, был 515. Далеко не самый лучший показатель, конечно. То есть летают машины и выше. Но, ребят, смотрите, ой, я вам покажу. Высоко. Да, 580. Вот такой электро-мерседес. И тебе повезло, что упал тот самый, потому что есть такой же косячный. Да, ребят, что-то Димка прям вообще разошелся. Три раунда прям очень козырные тачки. Так, это кривое не считаем. Хуракан. И еще... О, козырные тачки, дядя. Козырные тачки. Так. Опять она. Опа-па! Чит! Чит-чит-чит. Но, ребята, он летал не это? Выше всех. Две одинаковых. Ну что, я новую спауню тогда? Ну, я обычно, да. Я обычно спауню еще одну, потому что это неинтересно. Ну, и это Скудерия вроде как. Да. Так, ладно, ребят, я пробую разогнать этого... красавцы максимально быстро. Это, возможно, новый экстрабал. Я очень жестко ударился, но скорость была 700 плюс точно. Возможно, перепрыгну. Я очень сильно ударился. Так. Как у тебя дела? 200 плюс будет. 235. Так, у меня это 555, но, ребята, я попробую сделать чистый прыжок, чтобы мы увидели весь потенциал тачки. Так, ладно, ребят. Короче, решили мы вдвоем прыгнуть. Я сейчас попробую угла дать... в надежде, что вылечу. И, кстати, идеальный прыжок, вообще ничего не потерял. Как вы видите, бампер погнутый, то есть я его специально не чинил. Но вопрос, улечу ли выше 555 или нет? Да. Вот уже это 555. Вроде, да. И к тебе прилетел. К тебе прилетел. 580. Да, также, да, то есть вот такие машины, ребята, их все-таки нужно запускать чисто, чтобы они не бились. Потому что если они бьются, они прям показывают, ну, совершенно не те цифры, которые могут. Так, продолжаем, ребятки, продолжаем. Так, это Мерседесин у меня. У нас, кстати, по три тачки. А, по три, у тебя две, у меня три. О, возможно, хорошо. У тебя Порш, возможно, хороший. Терза и Порш. Так, Ситроен это не коневый. Мерседес, ребята, я, конечно, брать не буду. Хороший Вилар у меня. Порш у тебя тоже неплохой, поехали. Слушай, ну у тебя все равно баллы неплохие. Меня радует, что я хотя бы экстра балл аннулировал. Как таковой, но тем не менее. Чисто прыжок? 600 чисто. У меня чуть поменьше было. О, нихера ты улетел. А это сам Порш, да, который улетал на... А, хрен знает. Это он, походу, да. Он... Ну, 435 взял. А, 355. В целом тоже неплохо. Что-то офигеть, какой дроп пошел, ребята. Как говорится, начальные раунды вообще разогревочные были, походу. А, так, джип вообще никакущий. И вот такая вот мыльница. Так, у тебя еще третья тачка есть? Ты был выше, потому что... Ё-май, вот это тебя спасло. Чё ты сказал? Да. Нихера говорю. Ну, я что-то другое там послушал и сказал. Так. Не-не-не, ты не тебе послышалось. Ребят, скажите, не та малютка, 460, максимально плохо. Да, вообще овощ. 220. Ну, конечно, 220 не 65, но тем не менее. Ты как полетишь? Вообще выпрыгнул, нет? Все. Где ты? 485. 485. Охренеть, ребята, что творит Димон? Даже мне очень сильно интересно, что у нас по баллам, потому что у тебя что-то полеты слишком жесткие. Так, у меня хороший автомобиль первый, Колян, который я не буду брать, буду прыгать на этой тачке. Ламба какая-то у тебя. Чисто последнюю, третью ламбу. Давай, да. Поехали. У меня хороший автомобиль, хороший Aston Martin. Ламба под вопросами.
Так, ну 600 где-то разогнал, но скорость чуть меньше была на вылете. 470. Так, ну окей. Какие-то баллы я опять-таки отыграю, даже хорошие баллы отыграю. Смотрю у тебя по твоему прыжку. Сколько у тебя 200 там? Ровно. 200 ровно, у меня это 415. Пойдет, очень неплохо. Так, три машины нужно достать. Давайте пробовать. Раз, два, три. Ну, как бы не особо чем-то я выделился у тебя, на самом деле. Да тоже мне особо что-то интересное, я смотрю, упало. Что будешь брать? Ну, точно не это. Так, а я авто. Рискну, я рискну, возьму Porsche, единственная подвеска, подвески нету, ладно, поехали. Короче, максимально странный давай, Porsche, погнали. Он очень быстрый под двумя баллонами нитро, а по факту, короче, он на многих соревнованиях прям вообще ничего из себя не представляет. 470. Ну, 500 я разогнал, при этом, смотрите, он еще и тяжелый какой-то, я чуть буквально выше буду, наверное, даже не факт. Все, я... Ну да, чуть выше. 210 у меня. 225. Вот так вот. Да. Так, продолжаем, ребята, мне это уже прям начинает нравиться. Это прям такая задачка, не из легких, так сказать. А, так, у тебя супра какая-то и бэха какая-то. Что у нас здесь? Я так, возьму хорошо. Бэха. А, это все мимо калитки. Давай прыгать, поехали. SL65. Давай. Пятый, заряженный опять, AMG. Так, давай. Давай, давай, давай. А, максималка подвела, 5 сотен только, хотя... 500 у меня. Ой, а у меня город пошел по бороде, что-то рановато. Что-то рановато, слишком много машин. А, ты чуть выше. На одну, да? На одну выше. 235, да? Да. А, приколы. Предпоследний раунд, ребята. Нужно достать что-то прям максимально интересное. Так, это неплохо. Их Хуайра Пагани или какая-то Марагна Пагани. Так, не та машинка Альфа. Вот это поворот. Так, что у тебя будет по итогу? Так. А вторую вот жду. Привет. Вот, ну, давай пробовать. Давай пробовать, давай пробовать. Давай. Пагани, конечно, хорошие, быстрые машины, но не летающие, к сожалению. 480. Почти пятихатка. Немножко как-то в сторону полетел. Чуть легче тебя опять-таки. И, ребята, вижу, впереди да. Последний раунд. Чё по баллам прям очень сильно 205. Интересно. А у меня по факту 260. Хорошо. Так, рандом. Последние три тачки у меня, две у Димона. Давай что-нибудь интересное. Так, что ты такое? X5 какой-то. Римак. Так, у тебя Феррари. Ой-ой-ой, хорошо. Так, а у меня что последнее? Морган. Морган меня сегодня преследует, их слишком много. X5 медленный, Римак вообще фигня, Морган вообще фигня. Что у тебя под капотом? 211, в принципе, тоже не особо-то хорошая тачка, но... Что имеем, то имеем. Мистер Морган, поехали. Давай. Давай, давай, давай. Ну, Морган универсальная тачка, конечно, но... Не летающая, к сожалению. 520. 460. А, так это тяжелее, что ли? Да, ты тяжелее, ты еще и прозрачный издалека. 235, 280 прилетел к своему хураканчику. Что ж, ребята, сегодня экстрабалла у нас не будет, потому что две тачки залетели на 580. И типа это очень хороший показатель, потому что такое бывает редко. Следующая машина лучшая был, получается, Хуракан на 515, а там уже гоночный болид твой и еще какая-то твоя тачка ближайшая вроде как была, это Порша. Что ж, пишите в комментариях машину, которая вам больше всего понравилась. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Пока. Пока.